Две девушки 13 и 14 лет из города Камышино, две Алины Смирнова и Путникова, 19 июля ушли из дома и не вернулись. Обеим на вид 16 лет, рост примерно 164-169 сантиметров соответственно. Девочки ушли 19 числа, максимально, чтобы распространение у нас было на Волжский, потому что как бы подозрение, что они сейчас там находятся. Одна уже убегала у нас, может быть, помните, она... У нее мать умерла в Волгограде, она живет вообще в Волгограде. Особые приметы девушек. Алина Смирнова была одета в черную футболку, лосины и белые кроссовки. У девушки темные волосы ниже плеч, карие глаза, прямой нос и тонкие губы. Алина Путникова сбегает уже второй раз. У девушки рыжие волосы со светлыми кончиками. Она была одета в спортивные штаны и белую футболку с рисунком. Если вам что-либо известно о местонахождении подростков, позвоните по телефонам, указанным на экране.